Зима подходит к концу, самое время подумать о пернатых, которые в скором времени вернутся в родные края. Жители округа решили не просто подготовить для перелетных птиц домики, но и сделать их приметными и нарядными. Техники декупаж горожан научили на мастер-классе в рамках проекта «Химки. Интересно жить». Провела его специалист по декоративно-прикладному искусству Вероника Купрюхина. Мастер сразу предупредила, не каждый яркий скворечник выберет птица. Те, кто хочет, чтобы домики действительно висели на природе и служили таким обитанием для птиц, нам нужно их сделать темными. Что это значит? Ну, приближенными к натуральным цветам. Это коричневый цвет дерева, зеленый цвет кроны наших деревьев и, соответственно, темно-синий, это небесный такой цвет, он тоже будет приемлем для поселения вот такому домике. Сначала необходимо нанести на дерево краску, затем пропитать кисть клеем, приложить к домику салфетку и пригладить ее от центра к краям. Дальше можно использовать различные декоративные украшения, насколько позволит ваша фантазия. Проект «Химки. Интересно жить» радует химчан больше года. Почти все жители стали активными участниками таких встреч. Ольга Майба, к примеру, любит посещать спортивные мероприятия, но и декоративным творчеством занимается с удовольствием. Очень сильно понравился. Я люблю изделия из дерева. Они очень такие мягкие, приятные на ощупь. И вот украсить это изделие было очень интересно. Творческие, спортивные, интеллектуальные встречи в Химках проходят каждый день. Проводят их больше года. За это время мастер-классы посетили около 80 тысяч человек. Однако еще не все жители знают о проекте, в связи с чем администрация ищет волонтеров. Я вас призываю стать волонтерами нашего проекта и рассказать как можно большему количеству жителей нашего городского округа Химки о возможности, которые предоставляет администрация. О ближайших мастер-классах можно узнать из бесплатной газеты «Химкинские новости» в соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте eventadmhimki.ru.